Дорогу ремонтируют на улице Адмирала Юмашева. Длина участка более 1 километра. Работы здесь начались на прошлой неделе. Уже сняли изношенный слой асфальта и приступили к укладке выравнивающего. Для правительства Севастополя развитие инфраструктуры в городе – тема важная. Потому Дмитрий Овсянников лично контролирует качество работ на всех объектах. В активной фазе ремонт дороги на Юмашево. Выходим и ведутся работы на участках Босманская, Горная, Садовая. И, конечно, приступим скоро к красному спуску. А на следующей неделе посмотрим, как идут работы внутриквартальных проездов. Пока программа выполняется, то, что было намечено, мы сделаем. На ремонт этого участка выделены более 15 миллионов рублей. За эти деньги заменят бортовые камни и дорожное полотно. Ремонт планируют завершить на следующей неделе. До этого момента движение машин на участке будет идти по одной полосе. Происходит временное ограничение движения по тем, в районе тех участков, где происходит выполнение работ, стоят регулировщики, движение осуществляется в регрессивном режиме. По федеральной целевой программе ведутся работы и на 7-м участке трассы Таврида. Также в активной фазе проектирования 8-го этапа трассы – транспортных развязок на Хрусталево, проспекте Острякова и шоссе генерала Мургунова. Кроме того, на этапе технико-экономического обоснования проект транспортного перехода через Севастопольскую бухту и Гераклейская ракада. А за развитием инфраструктуры города продолжат наблюдать Катерина Вербицкая и Андрей Глущенко. Информационный канал Севастополя.